Добрый день, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Чаще снимаем для девочек, сегодня прям для мальчиков. Натолкнуло на это видео меня большое количество моих клиенток, которые приходят и жалуются на мальчиков, да? Вот вся атмосфера в доме, она зависит от женщины. Если у женщины дурное настроение, плохо будет всем. Поверьте, и домовому, и кошечкам, и собачкам, и даже тараканы будут в афиге. Да, а утро начинается как? И вот они мне приходят и рассказывают, я вижу это рядом лицо, губы, писи, недовольная рожа, и он только проснулся, но он уже недоволен. То есть повода для недовольства еще не было. А у него уже какая-то претензия, фыр-мыр, мальчики, рассказывают. То, как вы проснетесь утром, с каким? Возьмите себя в руки, да, даже вы вот глаза открыли, понимаете, что говно. Прям раз, улыбочку натянул. Он, жалко, надо вторую камеру на Леву ставить, я точно говорю. Вот так вот натянул улыбочку, да? Но пускай ты искусственно ее натянул, потом самому смешно станет. Рядом лежит возлюбленная, да? Жмяк, жмяк, тиск, тиск. Там где-нибудь минута, ну максимум две, все, вы ее там где-то впрессовали, кинестетики немножко дали, туда вбили чуть-чуть любви, втерли, как крем, и у нее глаза вспыхнули, все, она чувствует себя желанной, любимой, все, выпорхнула. Вечером у вас будут какие-то вкусные шанюшки, борщи, эротический массаж и еще не знаю там чего у вас по пожеланиям, по потребностям. Угу. Утром встала эта унылая говна ядом. И она этим ядом ходит. Выходишь в квартире, смотришь, тараканы лежат в ауте под плинтусом. Ну нормально, чем удобряли, то и выросло, понимаете? У меня муж обученный. Угу. Он мне пару раз так удобрил с утра. Двое суток я трэш устраивала. Вот. Амунитет выработался. Он не психический. Он уже давно, даже если плохое настроение, так... Ну, что-то у меня... Он даже шутит. Что-то у меня говнянное настроение. Я говорю, ну, ты как-то это маскируешь. Он говорит, ну, я же не психопат. Испортить его тебе. Да, он даже в шутку как-то проговаривает, я ржать начинаю. Потом он начинает ржать, да? Но она как-то сглаживается. Все такие важные, все такие в образе. Вот клиенткам говорю, они схему конфликта берут и начинают ее изучать. Вот. Серьезные знания, они, вау, Оксана, да там все разжевано. Я говорю, ну да. Идите наблюдайте в мир. Вот они наблюдают, кто несколько дней, кто неделю приходит и в стрессе, в шоке. Оксана, страшно, потому что люди обиженные, все гундявые, у всех вот такие, сейчас, подождите. Вот так вот они по миру ходят, да? Тень отца Гамлета. Вот все, что от Гамлета осталось, вот это и ходит. Все, да? Люди, вы радоваться не пробовали? Вот просто здесь и сейчас. И какую вы транслируете вибрацию в пространство, вы формируете свой день, свою неделю, свой год. Блин, да некоторые всю жизнь себе обосрали. Алло, черновика нет, вы живете по-настоящему. Угу. Вы придумали здесь сделать свою женщину счастливой? Или своего мужчину сделать счастливым? Угу. Что вы делаете? Потребители, вы хотите брать, вы хотите ходить, вот это вот говно транслировать, ядом плеваться, но чтобы, блядь, в вашей жизни было счастье. Ну, нихуя так не бывает. Вот простите меня за мой французский, ну вообще никак. Вот что вы транслируете, то и вы получаете. Вы утром проснулись, да есть повод порадоваться, есть. Вы проснулись, это уже повод. У меня... Ну, неважно. У моего знакомого, у его друга жена умерла ночью, он проснулся с мертвой женщиной. Молодая девчонка.
возраст 30 с хвостиком, да, вот он проснулся с мертвой женой. Блин, ты с живой бабой проснулся. Сука, радуйся. Вот радуйся в этом месте. Просто радуйся. Обнимай, за титьки щупай. Инсульта не будет. Мужчина, который постоянно жамкает женщину за грудь, у него не будет инсультов и инфарктов. Я вас поздравляю. А у вас вечно недовольное ебало, вы вечно ходите, блядь, до тошнотиков. Меня вот в последнее время уже и клиентки довели, и вообще, вот смотришь на мир, ну да, что-то происходит. А в миру всегда происходит, всегда война, всегда революция. Это не повод, чтобы дома в близких ядом плевать. Это не повод. И всегда есть чему радоваться. Угу. Задумайтесь. Девочки, мальчики, всем этим кислым рожам максимальный репост, пожалуйста, и максимально разошлите, пожалуйста. Ну, может, мы как-нибудь растрясем это человечество. Вот Лёва стоит у меня, улыбается. Да такой кайф. Вокруг меня мужики улыбаются. Меня, слава богу, эта чаша миновалась, и я. Здоровья, процветания и улыбающихся мужчин вокруг. С Богом!